фотография для меня, наверное, особенно дорога. Вот таким я Сергея Андреевича увидел первый раз. Мне кажется, он принадлежит какой-то уникальной породе редких по красоте людей. Наши микрофоны установлены в зале тяжелой атлетики Центрального спортивного клуба армии, где начались всесоюзные соревнования памяти Сергея Андреевича Преображенского. Мне Люда приходила и говорила, я получила пятерку, там я получу у вас 5+, Владислав Степанович. А ты приходишь без настроения мне на тренировке. Мне не нужна однобокая ученица. Просто умница. Вот заложи в оттяжку по ушам. Оттяжка, оттяжка, оттяжка. Вот здесь. Молодец. Умница. Повнимательней со скоком. Раз, два. Раз, два. До носа, до носа. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну-ка, взять тебя в руки. Хватит уже вам говорить. Ребята, играть. Нужно играть. Все, ребят, нужно. Бортовой пар. Значит, из вас ни черта не получится. Каскала, четвертая игра по линии. Всю первую партию, всю вторую. Зачем они нужны? Что они выиграли? Хороший орлиный взгляд по сторонам. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Да-да! Тренеры, как и все люди, бывают разные. Актеры-трагики, диктаторы, дирижеры, молчуны. О фигурном катании они, по-моему, несколько салонны. Продуманность поз, причесок, одежды. Может, такое поведение диктует жанр того или иного вида спорта? Кто знает? А у борцов, как правило, тренер трудяга. И, наверное, от того, они фигуры малозаметные, даже среди своих. Моим тренером был Сергей Андреевич Преображенский. Всего год, как его не стало среди нас. В свое время мы, мальчишки, смотрели на своего учителя восторженными глазами. Высокий, голубоглазый блондин с буйными кудрями и фигурой атлета. Здесь проходило, друзья, комсомольская моя. Таких, как я, перешивших ленинградскую блокаду, в нем подкупало то, что он защищал Питер с оружием в руках. Дорогами в Великой Отечественной он прошел до Кенигсберга. Другим нравилась в нем его спортивность. Он был серебряным призером страны по вольной борьбе в среднем весе, выиграл звание чемпиона Союза по гребле, увлекался лыжами, велосипедом, мотогонками. Третьим нравилось, что подающий надежды инженер-химик, вопреки советам отца писать диссертацию, круто изменил судьбу, взял да и поменял все на непрестижную тренерскую профессию. От военного прошлого у него остался офицерский кортик и тяга к кораблям.
в доме у Сергея Андреевича Преображенского. Конечно, это обычная трехкомнатная квартира, но вы знаете, мне не хочется говорить квартира, потому что для меня это дом, дом, в котором есть свой очаг. Вот кто-то из нас здесь жил годами, кто-то полгода, месяц, просто приходили сюда. И вы знаете, все праздники наши были в этом доме. Иногда мы приходили, чего греха скрывать, и подкормиться. Иногда нас здесь одевали, потому что разный у всех был достаток. Но самое главное, это для нас была своего рода академия, лицей. Потому что мы здесь брали книги, отсюда мы ехали на концерт. Здесь мы учились тому, что знал сам Сергей Андреевич Преображенский. И прежде всего это была борцовская академия. Потому что у него была, вы знаете, вот кипа фотографий на столе лежит. Маргарита Сергеевна, вы мне, наверное, поможете потом ее разобрать, кое-что отсюда взять для съемок. Здесь была вся вольная борьба, начиная с 49-го года. Точнее, даже 45-го, послевоенного года. И вот мы приходили сюда, и мы рассматривали каждую фотографию, потому что здесь были асы, все зарубежные знаменитости. И вот они, наверное, ни сном, ни духом не ведали о том, что существуем мы, а мы знали о них все. Их уловки, их привычки, их коронные приемы. И я не знаю, вот Сергея Андреевича можно назвать, наверное, чемпионом среди тренеров по количество подготовленных им чемпионов мира и олимпийских игр. Но мне кажется, наверное, не это самое главное. От него уходили олимпийскими чемпионами, мастерами спорта, разрядниками. И уходили людьми, становились журналистами, дипломатами, водопроводчиками, офицерами. И самое парадоксальное, вы знаете, вот ракетеров среди нас не было. Не удалось ему воспитать ни одного из этой серии. И, Маргарита Сергеевна, знаете, я вас давно хотел спросить, но ведь и певцов из нас не получилось. Вот вы же пели, вы же дипломант конкурса Глинки. А почему это случилось, не знаете? Ну, прежде всего, природные данные нужны. Они не так часто встречаются. А я с вами не согласен. Хотите, я раскрою секрет? Значит, однажды вы меня оставили чистить на кухне картошку. С вами пошли в магазин по хозяйственным делам. Вообще дом этот был музыкальный, музыка вам не мешает. Все время здесь девчонки начинали свои азы. Я помню, как они тренькали на рояле. Вы все время распевались. И вот вас нет, весна. Я, конечно, полон сил, энергии, кровь бродит. И вот я запел, я уж не помню, что я вам пел. Да-да-да-да-да, такое, знаете. И приходите вы с авоськами, сумками, и так спрашиваете, как бы не значая, кто тут белугой ревел. И подрезали мне крылышки. А мог бы Гиуру, наверное, кстати. Так что где-то ваша вина была. Но вот вы-то, наверное, не знаете, а ведь Сергея Андреевича Преображенского зарубежные тренеры не считали тренером. Они его воспринимали всегда как фотокорреспондент. Вот фотография, вот здесь вот громадное количество фотокорреспондентов, и он среди них, потому что вот его фототека, которая для нас была, ведь тогда не было ни видео, ни компьютеров, ни кинограмм, а вот это для нас его фототека, это лишь малая толика того, что сейчас лежит здесь на столе, все остальное на антресолях, чемоданов, коробках, наверное. Вот это было тем, что сейчас считается современной, что ли, техникой, подготовкой спортсменов. По-разному можно оценивать вклад Сергея Андреевича в наше борцовское дело. Для меня его вершина, вот эта вот книга. Наташа, можно я возьму эту книгу, покажу нашим телезрителям сначала суперобложку этой книжки. Она называется «Удаль молодецкая», вот эта вот книжка. Сергей Андреевич фанатично любил борьбу, это для него было все. И вот он начал сначала фотографировать борьбу. Ведь каждая республика наша имеет обязательно свой национальный вид спорта. И он понимал, что это какая-то уходящая натура, что это нужно снимать, потому что это пока существует, а потом это исчезнет, вообще исчезнет. И вообще наши национальные виды спорта, они просятся в Красную книгу спорта. Он был на крайнем севере, он был в пустыне, он был в горах. Это он снимал все это. Здесь и конные скачки, здесь и наши игры, здесь соревнования какие-то совершенно необычные, которых люди просто забыли. Сегодня всего этого не помнят. И вот все-таки, ну, не знаю, чувствовал, не чувствовал, но это последняя его работа. Уникальная, редкая работа. И для меня это красная книга того редкого богатства, которое еще пока теплится в нашей стране. Пока еще это можно спасти. Чистыми месяц птицею летит.
В моем понимании он был удивительный бессеребренник. Он же получал столько, сколько получает обычный тренер. Ну, сколько? Ну, 300, 350 рублей. Да. Но вот сборная уезжала на юг. Он старший тренер сборной команды Советского Союза. А за ним на юг тянулись ребятня, которые не входили в сборную команду. И вот за счет чего они жили? Они спали в борцовском зале. Заканчивалась тренировка, они там оставались спать. А что они ели? А Сергей Андреевич не ходил на завтрак, не ходил на обед. Мы помогали. Кефир оставался, мы отдавали ребятам. Какая-то была совершенно необычная атмосфера, которая, наверное, вот этот тренер романтик. И вот дай бог, чтобы эти тренеры еще оставались сегодня. Для сегодняшних мальчишек и девчонок. Дело в том, что, как это не парадоксально сейчас прозвучит, для вас, именно для вас, Маргарита Сергеевна, эта фраза, Сергей Андреевич мне испортил жизнь, и это не ради красивого словца, потому что вот у меня был такой тренер, у нас был такой тренер, а потом мы входили в другую жизнь, мы видели других тренеров. Вы знаете, как правило, сравнение было не в их пользу. А потом я ушел на другую работу, я видел коллег по работе. Я все время сравнивал всех людей с Сергеем Андреевичем. Мне трудно жить. Потому что у меня есть рядом со мной всегда тот образец, до которого мне еще самому и нам, его ученикам, расти. Я считаю, что он был необыкновенной доброты человек. Очень добрый вообще. Понимаете, во всех смыслах жизни. Не добренький. Нет, наоборот, он когда нужно был жесткий, знаешь же, как он мог и сказать прямо в глаза, был очень прямой человек. Я помню ситуацию, выходить на ковер человеку завтра, чемпионат мира, у него фурункул на спине. Мы приехали за рубеж, это опять был же Иран, и нет ни врача, никого. И единственный человек, который берет лезвие бритвы, усаживает нашего борца на стул и режет. Это был Сергей Андреевич Преображенский. Делает операцию, понимаете? И борец выходит на ковер и выигрывает. Вот у нас мы говорим, когда вот хвалим человека, молодец, здорово, а у нас почему-то вот в борцовской среде, может быть, среди учеников очень котировалось слово «ты мужчина». Угу. Понимаете, была высшая похвала в его устах. Он сам был мужчина настоящий. Редчайшим он был тренером. Он никого не выставлял из зала. Он мирился, ждал. Не задавался целью отобрать будущих чемпионов. Особенно опекал робких, хилых, нескладных. Удивлялись ему, но у него из гадких утят чаще всего и вырастали асы. Вот примерно из такой невидной ребятни, которая сейчас возится на ковре, он и лепил атлетов. Знаешь, Володь, я вот тебе хотел как-то не разговаривать с себя на эту тему, но я тебе хотел рассказать, я вот впервые встретил Сергея Андреевича в Ленинграде, ведь не тогда, когда он приехал в Москву, в ЦСКА. Ну, ты еще до Москвы. Ну, мы приехали как раз на матчевую встречу с олимпийским чемпионом, я боролся, да, с Пальмом, со Швецией. Ну, и после соревнований мы познакомились с Сережей. И что мне запомнилось, это у него две интересных собаки. Он пригласил нас домой. Нас было еще человека 4, кроме меня. Не доходя до дома, он говорит: ребят, я сейчас тут схожу в магазин, что такое, вы подождите немножко. Ну, мы ждем, стоим. Минуту, две, три, ну, думаю, сколько можно. Кто-то говорит: слушай, ты сходи, узнай, в чем дело. И стоило одному только из этой группы пойти, как этот вот боксер нас, значит, буквально делает такой стоп. Мы туда, он опять. Мы тогда решили все уйти, нас не пускает. Вот это мне запомнилось. То есть я думаю, как можно так было выучить. Потом я уже узнал, что у Сергея Андреевича, оказывается, были просто способности, не просто так вот учить собаку, дрессировочку. Он и в ребят дрессировал что. Что любопытно, вот Сергей Андреевич, он как тренер, конечно, был необычный тренер. Ну, как специалист он был высочайшего класса. Он нас всех вначале собирал, конечно. Ну, мы собирались по признакам вот наших спортивных дарований. И тем не менее, он сумел в каждом увидеть что-то особенное, необычное. Нас именно, так сказать, объединяла вот какая-то увлеченность. Причем увлеченность такая общая. Если я, допустим, любил собак и знаю, что у Сергея Андреевича был такой, так сказать,
пес знаменитый, замечательный. Мне казалось, что я добьюсь успеха в спорте именно, так сказать, любя этих собак. Так вот, у меня дог для начала я взял. Значит, этот дог был буквально сын полка у нас в команде ЦСКА. И этот дог с нами ездил, и на сборы ездил. И мы, так сказать, от себя отрывая кусок, давали этому догу. Он, так сказать, поедал очень много. Он с нами бегал, он нам давал эмоциональную и физическую нагрузку. То есть и Сергей Андреевич это приветствовал. Мы всей командой набивались в его старую победу. Как говорится, там 8 человек, не считая этого дога, этой собаки. И ехали на выставку. И там, значит, Сергей Андреевич все это сопровождал объяснениями, рассказами о животных, о собаках. Незаметно мы, значит, увлеклись, вся команда поголовно фотографии. Мы масса фотографий есть же, и Сергей Андреевич это поддерживал. Если у нас увлекались, мода была на музыку, на какую-то, скажем, у нас был, у Сергея Андреевича был магнитофон, это мы еще не могли позволить себе магнитофон по тем временам, но у Сергея Андреевича был его магнитофон был наш. Значит, мы крутили, ездили, он также с таким же азартом, мы пацаны, он все-таки старше, но тем не менее, он как-то не выделялся среди нас, но умно очень руководил нами. Всего, конечно, не скажешь. Хочу отметить одно, Сергей Андреевич, помимо того, что он был высочайшим специалистом, а его вспоминают уже много поколений, тренера сменилось, я занимаюсь судейством, езжу по всем нашим крупнейшим турнирам союзным, вот, его вспоминают не только как высочайшего специалиста, высочайшего класса, причем, зная, что он настолько авторитетен в борьбе, он никогда не давал свои, так сказать, эти методы. Вот, мол, этот прием делает так и так. К нему подходит Сергей Андреевич, олимпийский чемпион к нему подходит. Сергей Андреевич, вот хочу, как вот вы думаете, как мне лучше это сделать? Хотя, казалось бы, олимпийский чемпион, и вдруг, так сказать, сам достаточно авторитет. Но, тем не менее, Сергей Андреевич не навязывал, а говорил, а давайте, ребята, вот ты, Вася, ты, Петя, соберемся и давайте решим, как же все-таки лучше это сделать прием. Творчество, это была у него основная, так сказать, основная метода, что ли, это основная черта характера, именно творить во всем, чем бы он ни занимался, фотографией или там, так сказать. Вот в последнее время он увлекся с одним из своих учеников, ты помнишь, Валера Дикарев, голубями. Так вы знаете, он стал в этом деле профессионалом. Он, так сказать, целую голубятню развел, там, я не сомневаюсь, что он и породу какую-то вывел, потому что он до всего доходил, так сказать, до самого конца, как говорится. Если он взялся за что-то, то он делал. Сережа был необыкновенный человек, он был интеллигентный. Он не просто борец был, просто куда значит образованный, ну, подготовленный, так сказать, в своей борьбе, так сказать, на 100%. Он был интеллигентный. Этого образования не получить ни в какой, ни в каком институте, ни в университете. Он был интеллигентный. И он в ребятах воспитывал не только физически здоровых, результативных борцов, а духовно повышенных каких-то, какой-то духовную повышенность, чтобы была у этих ребят, чтобы они не были похожи на других. Прошли годы, мы ни с кем не потеряли связь. Тот коллектив, что был в ЦСКА, сложившийся при Сергея Андреевича, мы до сих пор встречаемся, дружим и испытываем, так сказать, какой-то, ну, нехватку этого человека, кого-то из наших, если он где-то в отъезде, где-то отсутствует. Насенька, иди ко мне, иди сюда. Ну, опа, хорошо, вот так. Сядь со мной рядом. Насенька, ты ее не загораживай, иди сюда. Ты подойди, посмотри, погладь ее. Ну, о, хорошая Насенька, да, собачка? Вот я говорю, с того самого дога, о котором я рассказывал, значит, в ЦСКА у меня был. И вот начались на всю жизнь у меня, так сказать, собачья привязанность началась. После дога у меня жил маленький песик, дог был очень тяжел для воспитания, то есть я перешел на более легкие весовые категории. Так что у каждого из нас осталась любовь, так сказать, с благословения Сергея Андреевича. Вот в данном случае у меня это собачка, например, у кого-то остались там голуби, вот, и так далее. Сколько раз мы летом разбивали наш палаточный табор в Подмосковье на берегу речушки Мочи. Родители, снабдив нас нехитрой снедью, отпускали с тренером без опасений. Утром мы делали зарядку, отрабатывали приемы прямо на траве. А днем мы купали лошадей, плескали сами,
А вечерами? Вечерами, конечно, сидели у костра. И тогда Сергей Андреевич Преображенский доставал книжку. Это мог быть о Генри, Гашек, Ильфе Петров, Джек Лондон. И тренер начинал нам читать. Потом он переедет в Москву, станет тренером ЦСКА и сборной страны, а все у него начиналось в Ленинграде. После тренировок он осажал свою старенькую победу, называлась она «Маруськой», и вся команда, помните, как говорил Владимир Горбатенко, 8 человек, не считая собаки, ехала на книжный развал, на фотовыставку, на концерт слушать Маргариту Сергеевну, у жены Сергея Андреевича. Было сказочное меццо-сопрано. Мы и сейчас нет-нет, да и поменем прошлое. Возьмем и выберемся все вместе с семьями на концерт. Вы знаете, вот уже через 20 минут начнется концерт, и, конечно, невольно, ну, я-то сейчас готовлюсь и думаю только о том, что будет сегодня. Но могу себе представить, как бы было, если бы папа был, потому что мы бы готовились вместе с ним, как всегда происходило. Он в последнее время, когда от активных дел отошел, для него мои дела, ну, это были его дела в самом прямом смысле. Он записывал все, он мне подсказывал, причем я скажу совершенно, ну, объективно, насколько я могу, как дочь, сказать о своем отце, что его советы были всегда настолько в точку, точные, с большой мерой вкуса, понимания и, знаете, какого-то здравого смысла. Ведь он, между прочим, ну, я не знаю, может быть, даже его ученики не знают, ведь он в музыке очень хорошо разбирался и любил ее по-настоящему. Еще когда мальчишкой был, еще когда даже жил в селе, то вспоминал, как слушал пластинки, радио включал без конца, и тогда для него пластинки и записи Лемешева, Козловского, Обуховой, Шаляпина, итальянцев в то время слушали очень много. Для него это был праздник, и, знаете, принесло очень много ему пользы, безусловно. Ну, а сам он играл, он даже немножко играл на кларнете и играл на балалайке. Ну, я не знаю, почему так получилось. Во всяком случае, когда я родилась, то рассказывают, мама мне рассказывала, что решили, что это не солидно, ну как-то так уже отец семейства играет на балалайке, и они балалайку выбросили. Но я жалею, и он нас уже так в конце жизни говорил, ах, зря балалайку забросил. Смотрю поединок и вдруг вспомнил, что тренер у нас не любил, пожалуй, только лотерей. И еще не жаловал тех, кто пытался применить свое борцовское умение на улице. Оправданием служило лишь одно – если вставал на защиту слабого.
Андреевич, вот что. У каждого из нас свое впечатление о нем и какая-то своя точка зрения на него. Вот лично у тебя, что ты можешь сказать о Сергее Андреевиче? Что мне больше всего памятно, что меня больше всего связывает с Сергеем Андреевичем, так это его беззаветная вот любовь к ребятам. Может быть, потому что у него не было своих сыновей, может быть. У него не было своих сыновей, но у многих из них не было своих отцов. Правильно. Поэтому я и говорю, что многие приходили туда, видимо, даже в поисках, как бы, ну, если не замены, то во всяком случае, какой-то именно мужской поддержки. Именно в поиске, может быть, второго отца. Ведь у каждого был свой дом, но для нас спортивный клуб, спортивная секция тоже был вторым домом. Да, вторым домом. Вот и мы сюда это шли, правильно сказал. Да, мы тянулись. Мы шли, вот я вспоминаю себя, предположим. Я вспоминаю, когда, что я шел на тренировку. Может быть, это красиво сказано или громко сказано, но я шел как на праздник. Действительно, ты помнишь эти разнообразия, разнообразные виды тренировок. А помнишь первый твист? Первый твист мы учили здесь, да. Как именно на тренировке, да. Тренировки. На тренировке, когда он, в общем-то, еще был, как говорится, будем говорить прямо, весьма не... изгонялся. Изгонялся, да, изгонялся из нашей жизни. Однако же это было на тренировке. То есть, вспоминаю. Но опять же, поворот Преображенского, мы учили твист не для того, чтобы научиться модно танцевать, правильно. А он включал это в тренировку, чтобы нам было интереснее, разнообразнее, потому что это была тоже своего рода физическая подготовка, да. Координация, да, но, музыкальная. Ну, вспомни, хорошо, но вспомни другие вещи, наши разговоры после тренировки. Понимаешь, я много читал. Я, как ты говоришь, был из благополучной семьи, поэтому мне были доступны и книги, и газеты, естественно. В наших газетах очень популярны всегда. И много писалось о выдающихся тренерах. Тренер такой, и он, в общем-то, и спортсмен, и человек. Но на поверку... В практике. А я прошел эту практику. Пусть мальчишкой. Мальчишкой, который с 10 лет То есть начал. Ты навидался разных? Я навидался разных. И я искал. Действительно, ты понимаешь, я искал. Искал неординарного человека. Если я правильно понял, значит, искал даже не борьбу, не вид спорта, а искал человека, которому можно было бы довериться. Да. Спасибо. А здесь панов такой же, как сегодня мальчишки борются. Я сегодня об этом говорил, что 47, я себя узнаю. 47 килограмм. Узнаю себя. Кощей. Зато какие приемы. Себя узнаю. Посмотрите, какие приемы. А посмотрите, как выдерживал панов такую нагрузку. Всю жизнь его и ношу. Вот это кощей. Всю жизнь его так и ношу. Здесь вот костер был. Тоже на себе. Жаль, что время уходит, и будущие чемпионы будут знать о Сергее Андреевиче лишь понаслышке. Останутся лишь фотографии и вот этот чудом сохранившийся фрагмент. Как-то так сложилась моя счастливая судьба, честное слово, счастливая, потому что если каким-нибудь делом занимаешься, то приятно вспоминать, что ты имел дело с самыми выдающимися людьми этого дела, этой профессии. Ну, например, если бить, значит, Шаляпина вспоминать. Мой тренер для меня так навсегда и останется молодым, а не патриархом. В глубине души, по-моему, он всегда был мальчишкой. Он так до самой старости и не расстался со своими голубями. К нему тянулись все, и он нянчился со всеми. Он нянчил двух своих девчонок, он воспитывал нас, дрессировал собак, учил летать птиц. Он был в курсе всех наших радостей и тревог. И, быть может, готовя нас к мужскому делу в борьбе, он больше всего жаждал нашего счастья.